Ты помнишь 1812 год? Очень слабо. Вот, короче, кто царь, я был на, России, на российском троне, я даже не спрашиваю, потому что ты двоечник, наверное, был. Короче, Александр I был на троне российском. И царь Александр I на холме сидит на лошади и смотрит подзорную трубу за полем битвы. Идет путь сражения. И летит ядро, упало рядом с царем, шипит, должен взорваться. И поручик женский подбегает, хапает на ядро, там выкинул его во враг. Царь, поручик ко мне, тут подбегает поручик женский, ваше величество. Говорит, слышь, поручик, спас мне жизнь, проси, чего хочешь. Говорит, да мне в принципе ничего не надо, я всем доволен на вашей службе. Да не выпендривайся, проси. Ну, говорит, есть только одно, вот я люблю дочь генерала Лебедева, она меня тоже любит, вот генерал Лебедев против. Ну, царь, позвай генерала Лебедева, ну, подбегает. Генерал Лебедев, ваше величество. Говорит, слышь, поручик женский спас мне жизнь, он любит твою дочь, надо его, их надо срочно обвенчать. Лебедев говорит, ну, государь, понимаете, я генерал, она генеральская дочь, он как простой поручик, как так. Царь подумал, говорит, ладно, генерал Ржевский просит руки твоей дочери. А Лебедев говорит, ну, я государь, все-таки граф, она графиня, как так. Царь говорит, ладно, граф генерал Ржевский просит руки твоей дочери. А Лебедев говорит, ну, государь, у меня такие связи, знакомцы, меня все в высшем обществе знают, а его кто что. Царь говорит, ладно, мой лучший друг, граф генерал Ржевский, просит руки твоей дочери. А Ржевский царю говорит, Саша, оставь его нахер, что мы себе бледи не найдем, что ли.